Лапенко Георгий, 10 лет. Грустный, иногда бываю веселый. Я постоянно расстраиваюсь, не могу найти хороших друзей. Какое-то время мне нравился баскетбол. Практически всегда нравилась стрельба из луков и из разного оружия. Ну и раньше, ну и сейчас нравится сражаться на мечах и на ножах. В основном я боюсь того, что может реально мне угрожать. Змей, там, каких-нибудь ядовитых пауков. А так я всяких чудовищ вымышленных не боюсь. Я пока не придумал мечту. Я счастлив, когда общаюсь со своими друзьями и занимаюсь с ними общим делом.